с кем вузов вас отчислили? НГТУ. Сводник. В смысле, как изводника вообще могут отчислить? Я ректору все. По беспределу? Конечно, так бы не отчислили. Команда КВН Семена Маркови. Рожи злые у всех. Деревенский битбокс. Михалыч, водку будешь? Конечно, буду! Случай в школе. Итак, друзья, дети, записываем тему урока гипотенуза. Мария Сергеевна, я ручку потерял. Петров, ты нам будешь каждый день про свой Вьетнам рассказывать. Ну я же воевал, ну. Дорогие друзья, все вы прекрасно знаете, что любовь в школе проявляется весьма странно. Ходорева! Че? Ты красивая! Блин, Панов, ты вообще не пей! Так, стоп, что происходит? Дядька охранник, он меня ударил. Пошел вон. Бодрига, а ты реально красивая. Да и я такой ничок. А теперь представьте случай в семье. Ну-ка ты тыкни, я сказал тыкни сейчас. Все хорошо, дед дышит, все нормально. Итак, записываем тему урока гипотенуза. Мария Сергеевна, а можно мне двух-трех крепких девочек? Вам что-то тяжелое нужно перенести? Да, разлуку. А то не я без сердца, не уходит. На вручении аттестата всегда понятно, чья мама всегда помогала в школе. И красива, и чиста, как березонька стройна. Сила, ум, честь и воля. Наша Голубева Оля. Олечка, держи скорей. Так, Петров. Так я. Девушку, особенно когда она живет в частном доме. Леночка, такой хороший семейный, мне так все понравилось. А вот мой дом. Знаешь, и недалеко от барахолки, буквально 40 минут. Тем более с горы, так вообще быстро. Пойдем. Пойдем. Сейчас мы только собачку успокоим. Thank you.
наша водная академия стала университетом. А все потому, что наш ректор купил табличку с надписью «Университет». И теперь над главным входом в академию гордо красится надпись «Новосибирская государственная академия водного транспорта университет». Семен!